В настоящее время реализуется множество социальных и государственных программ, направленных на поддержку людей преклонного возраста. 1 октября весь мир отмечает День пожилого человека. В округе тоже прошли торжества, посвященные люберчанам, которые перешагнули 60-летний рубеж. Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека, состоялся в Центральном парке. На нем звучали слова благодарности старшему поколению. Ведь главная цель праздника – проявить уважение к людям пожилого возраста и обратить внимание на их проблемы и трудности. Организовано очень хорошо. Погода сегодня хорошая, отличная. Спасибо властям города и спасибо нашим артистам. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.